Вот такие шампуньки с авокадо. Литр у них объем. С керамидами, витаминный комплекс, масло авокадо для всех типов волос. Здесь также у него способ применения керамида натуральный компонент, ра-та-та для ваших волос. И состав, ну, вроде бы не такой уж и плохой состав для такой небольшой цены, потому что литр шампуня стоит. Так, что у нас здесь? Пэт, ПП, 12 месяцев годность. Вот, очень много этих коробочек. И литр шампуня стоит 95 рублей 31 копеечка. То есть вот он. Полностью вот эта большая банка. Здесь его очень и очень много. Его прям привезли. Ой-ой-ой, мама, не горюй. Вот это все коробки полностью с обеих сторон. Вот это все. И вот это тоже. Это шампунь вот этот. Это набор маркеров. 48 цветов, часов, хотела сказать, двусторонние маркеры. Вот я себе немножко сводчи их поделала. Ну, вот так цвета выглядят хорошо. На самом деле они не особо яркие и немножко такие сероватые. Вот, например, да, вот обычный маркер. С одной стороны он тоненький, с другой стороны он широкий. Здесь вот так ярко смотрится, а на коже, видите, чуть похуже. И потом будет хуже на бумаге. Мы в прошлый раз приходили с бумагой, смотрели с дочкой, хотели купить. Но нам не очень понравилось, потому что они не сильно яркие. Ну, лично мне не очень понравилось. Ребенку-то все нравится. Здесь 48 цветов. Вот в таком они чехле продаются. Я поэтому стала снимать, что вот открытый один есть. Видимо, либо на пробу, либо что. Стоят они 430, сейчас глянем, рублей. Да, 430 рублей, поэтому вообще я считаю, что это очень дешево. Вот, кстати, их расписывали. Здесь нормально вроде выглядит. В общем, если кому-то хочется, то, я думаю, можно купить. Но у нас уже и фломастеры, и ручки, и карандаши есть цветные. Нам это особо не надо. Вот это жидкое мыло от души не советую покупать. Вот так оно выглядит. Мягко очищает, увлажняет кожу рук. Ничего подобного. Вот оно жидкое, видимо, от слова «вода». Мы его купили, потому что другого не было жидкого мыла. И оно, правда, как вода. Оно не пенится, не мылится, ничего не отмывает, естественно. Запах только то, что от него есть. Но за 29 рублей... Я, если честно, в прошлый раз вообще не было этих коробок. Одиноко стояла вот такая бутылочка жидкого мыла. Была единственная в магазине, поэтому мы ее купили. Я ни цену, ничего не знала. Но сейчас я вижу, что это все мракобесие стоит 29 рублей за литр. И теперь я понимаю, почему оно, в принципе, ну, просто вода, как вода. Так что, друзья, не советую его покупать еще раз. Вот, смотрите, вот такое. Вот это я вижу впервые. Футбол детский для занятий спортом. То есть те разы, когда мы были здесь, их не было. Диаметр 55 сантиметров, насос в комплекте. Вот что, кстати, хорошо, что насос в комплекте. Вот такая штучка. Возможность взрыва фитбола при нагрузках до 70... А, исключает возможность, боже мой. Надежная ручка. Позволяет ребенку легко и безопасно обращаться с мячом. Нагрузка до 75 килограмм. То есть взрослая женщина спокойно среднего телосложения сможет сесть на него. Так, а где же там насос, интересно, в комплекте? Вот они здесь открытые, много их. Ага, вот такой насос. Проще, мне кажется, ртом надуть. Это тоже все открыто, я ничего не открываю. Целостности упаковок я не нарушаю. Вот он сам по себе. Но я, если честно, не скажу, что он выдержит 75 килограммов. Мне кажется, он и ребенка с трудом выдержит. Так что, прежде чем его покупать, нужно очень хорошо подумать. Я думаю, это только детский, никаких 75 килограмм не хватит. И 389 рублей почти он стоит. Так что думайте, друзья, сами. Я, наверное, точно брать его не буду. Хотя изначально хотелось, дочка очень просила. Такой вот комплект емкости для специй. Две штучки у нас в комплекте. Одна на литр, вторая на пол-литра. Я там внизу подглядываю на ценники. И крышечки, что одна, что вторая. Они склеены, естественно, вторую доставать не будем. Вот, открывается здесь просто, да, обычная. Пространство. А с другой стороны уже для сыпучести. Но, если честно, я не знаю, какие специи прям туда можно
положить, чтобы их потом в таком большом размере доставать. Если только какие-нибудь травы, цветы, либо вот как здесь нарисовано, все же фасоль, горох, что-нибудь такое бобовое. Но сами по себе они симпатичные. И я так попроверяла, у них очень надежные защелки. Я не скажу, что они прям герметичные, но закрываются хорошо и плотно. Стоит 139 рублей.